Клоун Хаус представляет. Всем привет, друзья! Это снова я, Клоун Мася, и мы с вами продолжаем играть в игру Стрей Пушистик Кот. Итак, в прошлый раз мы остановились в библиотеке и решили немножко поспать. А вот он. Просыпайся. Пора уже начинать играть. Смотри, ребята уже все смотрят на тебя. Итак, куда мы пойдем с вами? Мы остановились на том, что мы хотели найти сейф. Да, именно так. Сейф. И было написано, что сейф находится за горой книг. Или за горой. Как правильно, напишите в комментариях. Так, спросим нашего робота, что нам делать. Две записные книжки, да, мы ищем книжки, кстати. Просто я хотел найти сейф, а сейфа нет. Где-то же он должен быть. Этот сейф. Давайте еще раз пройдемся и попробуем его найти. Так. 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 Нет, не получается. А, вот он! Нашел! Нашел! Вот же он! Открыть сейф. Использовать. Так. Выберите предмет, чтобы использовать. Думаю, ключи подойдут в самый раз. Что же там такое? Ух ты! Взять записную книжку. Ну вот. Значит, мы не зря искали. Молодец, еще одна записная книжка. Отлично! Кажется, это принадлежит какому-то по имени Док. Кому-то. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр, с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от сурков по пути. Значит, эти самые вот эти вот жуки боятся солнечного света, раз они боятся ультрафиолета. Первоначальная пытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытание в реальных условиях. Давай найдем другие записные книжки. Хорошо, у нас осталось-то всего одну найти. Мы что-нибудь еще будем брать или нет? Все, что ли? А вот что там такое лежит? Какой-то свет. Ну ладно. Так. Все. В библиотеке нам больше ничего не нужно, кроме того, как найти выход отсюда. Помогите! Я, кажется, А вот. Нет, закрыто окно. А, вот, все. Так. Значит, нам нужно забраться на диван. На диван забираемся, говорю, чтобы посмотреть, куда еще идти. А, вон, видите, впереди. Может быть, все-таки вот туда, там тоже какой-то знак. Да, вот даже нам камера фокусирует туда. Так, ребята, я надеюсь, я не сильно быстро мотаю мышкой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда? Нам нужно наверх. Вот сюда, конечно. Ой, кажется, он устал. Так, пойдем. Не будем с ними разговаривать, потому что... Они все время говорят одно и то же. О, с этими ребятами мы уже знакомы. Так, а как нам попасть вот туда, смотрите? Или мы уже там были? Что-то я запутался. Были мы тут или нет? Так. Ага, вот этот знак. Значит, здесь находится квартира аутсайдеров. Это мы знаем. Как преодолеть? Нам нужно что-нибудь туда сбросить. Перевести. Электроснабжение вентиляции. Так. Ага, давайте выключим его. Да это я понял, я хочу выключить его. Все. Не знаю, нужно нам, не нужно. Так. Ага. Опять же, зачем роботам воздух и вентиляция, непонятно. Так. Попьем водички. Ням-ням-ням. Надеюсь, она кипяченая. Шутка. Так. Тут фотографии красивые роботов. Так. Какой красивый вид из окна. Так, может быть... О, я заметил! Ведь там... Я видел. Надо подняться наверх. На кровать. Да не вниз, пушистик. Ты чего? О,
вот, правильно, наверх. Вот, это что? Ай, ой, я же отсюда пришел. Ну, я глупый. Так, и что мне делать? Так. Какие-то банки, склянки. Ой-ой-ой. Так, здесь тоже ничего интересного. Мне нужна записная книжка. Ого. Это что? А, это опять когтеточка. Не надо, все уже стены разодрал. Стиральная машина. Так, ну, ребята, ведь вы, мы ведь сюда не зря пришли. Не может быть, что здесь ничего нет. Куда дальше-то? Какая-то маленькая комната. Давайте фонарик включим. Может быть, здесь есть выход? Или вход куда-нибудь еще? О! Это что? Это что? О, это книжка! Ничего себе! Наконец-то последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит какому-то по имени... Кому-то по имени Сбалтазар. Как будто покемон. Так, все следы органической жизни исчезли, за исключением тех, кого мы называем зурками. Это вот эти жуки. Они едят практически все, что движется и размножается с невероятной скоростью, как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О! Дальше что? Что наш витаминка радуется, смотрите. В этой книжке есть записка. Там написано, в приемопередатчике есть конструктивный недостаток. Но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь маме починить приемопередатчик. Если свяжемся с верхними уровнями, это может стать нашим пропуском наверх. Давайте покажем ему, что мы нашли. Так. Все это, конечно, классно, ребята, но как мне выбраться отсюда? Вот-вот я о чем и говорю, что вот... зайти-то мы сюда зашли, а как отсюда выйти? Может, надо как-то дверь подвинуть? Или окно? Что-то мне не очень-то это нравится. Как нам выйти-то отсюда? Вон оно что. Ну дела. Я уже испугался, что мы не выйдем отсюда. Так. Так, сюда. Главное не встретить этих зурков, которые червяки эти. Так, а где Момота? А где мы можем... А вот она, оранжевая вывеска, нам туда. Так, значит, нам нужно подойти к роботам с краской. Привет! Так, подняться вот сюда на кондиционеры. Оп. Потом сюда. И вот сюда. Все, готово. Сейчас мы все расскажем Момо. И он исправит передатчик. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Сейчас мы тебе покажем. Ничего они не бесполезные. Вот. У Бальтазара же, да, по-моему? Так. Ну, вот же, вот этот. Храбрый и все такое. А, подожди, так как... Не понимаю. Ну, док, вот. Ага. Вот, а что говорится в этой записке? Приемопередатчик можно починить? О, это невероятно! Это значит, что у нас будет связь за пределами трущоб. Клементина Сбалтазар, док, мне жаль, что я в вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо, возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием приемопередатчик. Давай, чини. Прошло 100 лет. Шучу. Так. Так. Так, Воля! Работает! Пойдем со мной. Пойдем. Халат у тебя отпад. Мне очень нравятся твои розовые фламинго. Так, поговорить с Момо. Там наверху видишь то здание.
возвышающийся над остальными. Если установишь приемопередатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Получи новый предмет. Там единственный... Ты единственный, кто достаточно мал и быстро, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. В смысле увернуться от зурков? Ты хочешь сказать, что мне сейчас придется с ними опять встречаться? Так, подождите, куда идти-то? Вот туда, на ту самую башню? Отлично, теперь давай установим приемопередатчик на самом верху того большого здания. Ну точно. Ё-моё. Ё-моё. Ну, поехали. Так, тут, надеюсь, зурков нет внизу. Тык. Приехали. Жалко, что у ведра нет вот этого, знаете, звонка. Так, когда ты едешь на лифте, там... Тун-тун. Первый этаж. У-у-у. Крыши. О, ребята. Смотрите, кто нас там ждет. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, наше путешествие не будет таким легким и простым, как это казалось на первый взгляд. Так, я думаю, как только я сюда спущусь, эти ребята сразу же захотят меня слопать. Ну что ж, мы справимся. Вперед! О. Эй, какое-то лицо-то смешное. А если мы тихонечко прокрадемся? Интересно, они нас заметят? Я думаю, да. Нюкайте, чтобы привлечь врагов. О, кстати, вот. А-а-а! Они нас видят! Куда? Так-т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 ак. А зачем мне привлекать? А зачем мне их привлекать? Ладно. И куда мы бежим? Ой, меня окружают! Нет! Ой-о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 й! Ничего себе, их там столько много! Как-то они странно ютятся. Ладно. Чуть-чуть не скушали. Я уже думал, что я опять сейчас проиграю. Ладно. Ага, вон они еще. Мы можем... Что за странные звуки? Мы можем вот так сделать, смотрите. Они бегут, а мы вот сюда. Ой, аккуратно. Оп, обманули дурака на 4 кулака. Бе-бе-бе, бе-бе-бе. Глупые зурки. Так, дальше. Куда нам дальше-то идти? Наверное, сюда. Музыка-то какая интересная тут играет, послушайте. Так. Куда дальше? Это что такое? Запомнить? Ну, запомнили. А что мы запомнили? Город полон неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы, неон-вывески по всему дому. Этого человека схватили, и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не могли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде. Я... Думаю, что помогло. Я думаю, это помогло. Так, 11%. Отлично. Так, это, конечно, все хорошо. Куда дальше-то нам идти? Неужели я пошел не в ту сторону? А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, надеюсь, надо было прыгнуть, да, ведь? А дальше куда? А дальше-то куда? А, вот как. Ага. Так, смотрите, мы уже не так уж и далеко. Что там такое? Закрыто? Мы уже не так уж и далеко. А зачем тут? В почке можно кататься. Кстати, вы знали, да? Смотрите. Круто, да?
мы не будем падать с почкой. Ее, наверное, нужно подкатить куда-нибудь. Да, вот я так и думал. Оп, сюда. Ничего себе у нас. Кот просто ниндзя. Угу. Это не нужно запоминать ту вывеску? Не нужно. Так. Теперь вот сюда прыгнем. Ой, смотрите, здесь какая-то бяка-кака везде. Тут, видимо, полно зурков. Так, надо сразу подумать, куда бежать, если что. А вот нам надо вот сюда, кстати, ребята. Мы можем добраться с помощью вот этого крана. Так, ну что, вы готовы? Погнали! Так. Взломать дверь. Ой-ой-ой, так, зурки идут. Ага, я успел. Вернее, витаминка успела. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Мяу-мяу-мяу. Все, дверь закрыли. Теперь пойдем. Надо сразу продумать, куда нам бежать. Ой, не-не-не, подождите, ребятки. А, я понял. Нужно взломать дверь вот так. Смотрите. О, нет, ты неправильно сделал. Ты что, витаминка? С ума сошел? А, ну да, вообще-то все правильно. Я-то думал, что он просто перекроет дверь. А он, оказывается, открыл и закрыл. Ну ладно, в общем, мы можем идти дальше. Да вообще, в целом, можно было и так пробежать. Только вот если бы знать куда. А, все, я понял. У нас бы не получилось сделать это быстро, потому что нам нужно вот эту бочку подкатить вот сюда. Вот. И потом уже с этой бочки запрыгнуть. Нет, не получилось. Давайте еще раз это сделаем. Так. Все, готово. Сюда и сюда. Все, отлично. Обманули этих зурков вредных. Ух, так. О-о-о, кажется, мы добрались почти. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно. Так. Ну, здесь вроде чисто, никого нет. Вроде. Так. Опустим мостик. И по мостику поднимемся сюда. Так, аккуратно. Давайте сначала осмотримся, нет ли тут зурков. Слушайте, ну и вправду. Если бы сюда пошли... Так, спокойней. Спокойней. Дышим ровненько. Если бы сюда пошли эти самые роботы, они тут точно бы не выжили. Зурки бы их съели. Так. Написано... Только для людей. Угу. Так, ну... Нам... Для нас это не преграда. А, зурки. Так, куда нам бежать? Вон они. А если я мяукну? Они не слышат. А может быть... Может быть, тихонечко пройти? Пока они... Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки... Ребята... Ай! Откуда они взялись-то? Ай! Тихо! Ребята, я же вроде... Это наверное... Я коробки задел, и все, и они меня съели. Ну что ж, друзья, я думаю, на сегодня хватит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и увидимся в следующей серии. Пока-пока. Вернее, мяу-мяу-мяу. Бу-би, бу-би, бу-би-ду, 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 бу-би-ду.